чемпионат России, шесть имен, вокруг которых идут жаркие споры. Александра Трусова, Алена Косторная, Лиза Туктамышева и группа Тутберидзе, Аня Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. А начнем мы с Лизы Туктамышевой. Конечно, она же заслужила это. 24 года. Тройной аксель обставила Трусову и Косторную в финале Гран-при. Лиза – это огонь, страсть. В этом сезоне особенно. Она катает дерзко, красиво, технично и удача на ее стороне. Камила Валиева. Та, которой, как говорят, повезло родиться вовремя. Ну, мало того, что она просто гениально талантлива. Тройной аксель с руками наверх. Четверной. Скольжение, артистизм и, конечно, возраст. Молодая. К Олимпийским играм ей как раз будет 15. Саша Трусова. Ну, наша русская ракета. Девочка. Гагарин наш. С самым высоким потенциалом. Весь набор четверных. Но падение на гран-при. Переход к Жене Плющенко. Оставляют сомнения. Алена Косторная. Аксели нужны, как воздух, но остальное у Алены пока вроде как неизменно на высоте. Ее артистизм, скольжение, ну и красота. Анечка Щербакова осталась в команде Тутберидзе. Четверные в каскаде, сложные позиции выезды, спирали и то, что у каждой ученицы Этери не повторяют. Все элементы плюсуются и получается, как будто Аня прыгает тройной аксель. И еще одна, Даша Усачева, какая же она милая, какая же она симпатяшка. Ее можно назвать главным открытием на этапах Кубка России по фигурному катанию. Не имея в арсенале ни одного элемента ультра-си, она все-таки смогла обойти в коротких программах своих старших и опытных соперниц Трусову, Щербакову и Туктамышеву. Совсем скоро мы узнаем, кто станет новым чемпионом России и кто поедет на чемпионат мира. А сейчас действующей чемпионкой мира и Олимпийских игр является Алина Загитова. Действующей чемпионкой России Анна Щербакова. Чемпионкой Европы Алена Косторная. Чемпионкой мира среди юниоров Камила Валиева. Эти девочки пишут историю.